Ребята, всем добрый вечер. Ну что, просили напоминать о прямых эфирах, о стримах, так сказать. Напоминаю, в эту субботу в 8 вечера буду, как всегда, в эфире. Ну, как всегда, два раза был, правда, да. Ладно, то мелочи. В общем, что будет, о чем буду рассказывать. Решили делать тематические стримы. В общем, начнем с самого начала. Народ просил о модулях. Хочется сделать, конечно, красиво. Пока ничего, правда, не получается. Не могу ни картинок найти. А рисовать на доске мелом, ну, блин, как-то вообще не вариант. В общем, будем... Этот стрим будет о помещении. Начнем с самого начала. То есть, что нужно... На что нужно обратить внимание при постройке помещения, либо же при переоборудовании, какие зоны обязательно должны быть, где должно быть место для модуля, если это модуль, если это какая-то система, все-таки не каждый может себе позволить много барабанов, скажем так. Ну, в общем, ладно. Пока думаю, пока планирую, должно быть интересно, а там посмотрим. Все, всем до встречи, всем удачи, всем пока.